я бы хотела объявить старт стачки 2016. Похлопаем. Давайте зарядимся тоже положительной энергией, потому что улыбки и наши с вами аплодисменты, они очень-очень заряжают всех. И вот старт стачки 2016 я бы хотела дать Николаю Страх. Это предприниматель и трекер Free. Все знают, что такое Free вообще? Классно, я надеюсь, что вы знаете, что это. Николай, вы здесь? Классно. Я немножко расскажу вас, можно? Давайте похлопаем. Это Николай Страх. Николай в течение 4 лет работал в диджитал-индустрии. Последние 3 года это управляющий партнер студии цифровых решений «Фанк», работающих с крупными заказчиками Северо-Запада и технологическими компаниями. А с 2014 года трекер фонда развития интернет-инициатив. Вот, похлопаем. Здесь буду вам подсказывать, потому что не все еще проснулись, понимаю. А также расскажу, да, каким докладом откроет Николай стачку. Доклад будет называться «Акселератор Free и Microsoft. От технологического решения к масштабируемому бизнесу». Правильно, Николай? Все правильно? Раз-раз. Дальше. Еще не все, Николай, про вас. Сейчас все секреты расскажем. Николай знает, с какими трудностями сталкиваются предприниматели при запуске нового продукта. Фонд развития интернет-инициатив помогает эффективно преодолевать многие из них. И именно этим опытом Николай поделится с нами в своем докладе. Николай расскажет, как инвестировать, как с инвестициями Free и поддержкой Microsoft всего за 3 месяца кратно увеличить продажи. Это тоже правда, Николай? Да, постараюсь. Подскажете по продажам? Да. Увеличить? Вам точно. Классно. Спасибо. Все, ребят. Слушаем Николая. Все готовы? Тогда тишина в зале. Передаю слово Николаю. Друзья, всем привет. Спасибо тем, кто остается и не уходит. Видимо, где-то в буфете дает что-то очень вкусное. Меня действительно зовут Николай Страх. Я представляю фонд развития интернет-инициатив и хочу рассказать о нашей совместной программе с компанией Microsoft, в которой мы учим IT-предпринимателей, разработчиков в веб-студии развивать бизнес, делать это успешно, кратно расти, как уже вот отметили на вступительном слове. На самом деле все мы часто сосредоточены на развитии технологическом стартапа, выбираем классные решения, делаем очень клевые, интересные продукты, но не задумываемся о том, как эти продукты, ну, как о них узнают пользователи, как их донести. И построение правильных бизнес-процессов — это в том числе и возможность выйти в канал и рассказать о вашем продукте вашим клиентам и получить достаточно большой охват, обратную связь и дальше развивать свой продукт. Немножко расскажу о нас, кто мы такие. Чуть больше о нас говорят коллеги, которые уже отметили наши достижения. На сегодняшний день Free — это крупнейший венчурный фонд и стартап-акселератор в Восточной Европе. Мы достаточно много инвестируем в интернет-проекты. Сейчас в управлении фонда 6 миллиардов рублей за вычетом проинвестированных проектов и более 200 проектов, которые мы проинвестировали, и они находятся в портфеле. Как отмечено на слайде, 10-я часть этих проектов проинвестирована нами вместе с компанией Microsoft. Что же это означает? Это означает то, что компания Microsoft на нашей площадке совместно с нашими экспертами поддерживает эти проекты как в рамках расширенной программы BizSpark, так и технологическими консультациями проектов по применению технологий компании, по развертыванию сервера, по увеличению мощности и делают аудит тех решений, которые уже у вас используются. Все это происходит, как я уже сказал, абсолютно бесплатно и действительно помогает компаниям в дальнейшем избежать каких-то ключевых ошибок при масштабировании бизнеса. Потому что, когда вы делаете проекты, им пользуются 100 тысяч компаний, клиентов, это одно, и когда вы выходите на серьезный оборот, это совершенно другое. Для многих ребят, к сожалению, это становится стоп-фактором и начинаются различные проблемы. Я немножко расскажу о тех направлениях, которые мы вместе с коллегами поддерживаем, развиваем и готовы видеть ваши проекты у нас внутри. Это интернет и мобайл, это интернет вещей, биг дата, проекты в области медицины и проекты медийные. У фонда развития интернет-инициатив есть достаточно большое количество отраслевых партнеров, которые помогают вместе с Microsoft развивать направления, например, там тот же медийные проекты. Мы работаем вместе с Первым каналом, который также с коллегами помогает вам выходить на достаточно широкую аудиторию.
Наверное, если переходить уже от слов к делу, я обозначу цифры, которыми мы помогаем в качестве денег проектам. На старте мы даем 2 миллиона рублей, которые и программу акселерации трехмесячную вместе с командой Microsoft. За это время мы помогаем вам выстроить бизнес-процессы, проверить ваши каналы, сходить к вашим клиентам и получить обратную связь, которая позволит в дальнейшем строить масштабируемый бизнес. Рассказываем о методологии, по которой это все происходит, и помогаем достичь необходимых результатов. В конечном счете мы инвестируем в один проект до 340 миллионов рублей в течение трех раундов инвестиций. Что же такое акселератор Microsoft и Free? Это, наверное, в первую очередь отличная экосистема, которая позволяет вам погрузиться в совершенно новую среду, в которой вы держите очень высокий темп. У нас недельные итерации, в течение которых проект сфокусирован на тех задачах и проблемах, которые реально помогают что-то изменить его в бизнесе. То есть таким образом вы от целеполагания в области задач, которые вам нравятся, переходите к задачам, которые действительно что-то меняют. Это возможность работать с одной из лучших команд в сфере интернета, стартапов. На площадке собраны эксперты, которые запускали многомиллионные истории, не знаю, там от Lingvaleo и заканчивая крупными технологическими внедрениями в крупном бизнесе. Это возможность получить достаточно быстро обратную связь по насущным для вас вопросам. Как я уже сказал, коллеги из Microsoft присутствуют на нашей площадке, и вы моментально получаете обратную связь по использованию технологий, по ошибкам, которые, возможно, у вас есть. Имеете возможность получить аудит вашей системы и понять, готова ли она к масштабированию. Ну и, наверное, там главная история, да, это методология, которую мы следуем. Она собрала все там лучшие мировые практики и показала свою эффективность на вот этих 200 командах. Это, не знаю, возможно, не все ориентируются, это очень большая цифра для российского рынка, но на самом деле это и громадная цифра для мирового рынка. Не так много акселераторов, которые работают с таким количеством проектов, и мы делаем это, к тому же, достаточно успешно. Если говорить о механике, как все это происходит, как я уже сказал, мы делаем недельные итерации с командами, в рамках которых закрепляем за каждой командой персонального трекера. Вас знакомят с консультантами от Microsoft, которые будут помогать с выбором технологической платформы, там, аудитом вашей системы. У нас в конце каждой недели есть субботнее там, подведение итогов, планирование следующей недели и так называемый там, traction meeting, который позволяет командам зачастую сэкономить очень-очень много времени, потому что одновременно программу акселерации проходит 30-40 команд, и многие из коллег делали раньше то, что вы только планируете. И вы уже можете узнать, поделиться их опытом и понять, нужен ли действительно вам совершать эти шаги и придадут ли они практическую пользу вашему бизнесу. Это экономит очень много времени. И такой профит, возможно, кому-то он покажется косвенным, но на самом деле он тоже очень-очень важен. По окончанию программы акселерации мы делаем закрытое мероприятие, которое мы называем Demo Day, на котором те проекты, которые в течение трех месяцев у них случился бизнес, он получил какой-то рост и развитие, мы представляем его большому пулу инвесторов. То есть таким образом вы можете получить инвестиции и поддержку не только от фонда развития интернет-инициатив и компании Microsoft, но и от других инвесторов, которые присутствуют на этом рынке. Компания Microsoft помогает вам, для многих IT-решений достаточно большая проблема уйти к своим клиентам, получить какие-то тестовые внедрения и там, вначале обратную связь, но в конечном счете продажи. Собственно, у коллег есть программы, которые позволяют вам использовать каналы Microsoft по развитию вашего бизнеса. Это те вещи, которые сделать самостоятельно достаточно сложно и трудоемко. Здесь вы это получаете прямо во время программы акселерации. Итак, кого же мы ждем с коллегами на борту нашего прекрасного акселератора? Мы ждем команды, которые полностью укомплектованы. Это значит, что у вас есть как минимум 2 человека, и они закрывают ключевые экспертизы вашего бизнеса. И один из них обязательно должен быть технический специалист, с которым, собственно, работают коллеги из Microsoft. Мы ждем команды, которые соответствуют мандатам, о которых я уже рассказал. Помимо этого, важно, чтобы вы целились в рынок, в котором есть оборот в горизонте 3-4 лет,
от 300 миллионов рублей. Без этого, к сожалению, инвестор вам будет мало полезен. Вы по-прежнему там можете воспользоваться теми методологиями, которые мы даем, но это там бизнес, который вам нужно развивать самостоятельно, возможно, достаточно прибыльный и успешный, но он просто не венчурный. Мы хотим, чтобы у вас на старте уже был MVP, который можно показать вашим клиентам, и за который вы либо там брали деньги, либо получали какие-то предзаказы. В общем, каким-то образом смогли подтвердить уже спрос на этот продукт на рынок и готовы развивать дальше уже вместе с нами. Команда фонда очень-очень большая. Этот слайд устаревает, наверное, каждый день. Я скажу просто, у нас есть нетворк от президента Российской Федерации, с которым мы проводим раз в год ивент и показываем лучшие проекты за год персонально президенту, до крупных технологических компаний за пределами Российской Федерации. Это очень круто. Это то, что самому можно накапливать достаточно долго. Здесь вы это получаете на борту сразу в коробке. Это круто. Приведу несколько примеров ваших коллег. Я постарался подобрать кейсы, которые показывают разные практики в нашей работе. Кейс компании TurboDealer. Ребята делают сервис по размещению объявлений о продаже автомобилей. Скажем так, сам бизнес, не сказать, что он какой-то магический, но тем не менее в нем нужно иметь достаточно глубокую экспертизу. У ребят она была, они круто в этом разбираются. Но они, благодаря, собственно, вот коллегам из Microsoft, смогли исправить ключевую ошибку, которая там была допущена при старте бизнеса. Они совершенно не готовили сервис к масштабированию. Им казалось, что перейти в интернет из офлайна, это запускается сайт, и начинаются какие-то продажи. Количество пользователей и ресурсов, которые необходимы для его поддержки, планировать не нужно, все произойдет само собой. В итоге коллеги прямо во время программы акселерации полностью меняли там стек технологий и приходили совершенно на другие решения, которые позволяли им в дальнейшем поддерживать рост проекта. Собственно, это отразилось на деньгах. Мы в акселераторе очень любим мерить результаты не крутыми технологиями, не красивыми интерфейсами, а продажами. Это всегда отражает, собственно, суть происходящего. Как вы видите, ребята по всем ключевым показателям выросли кратно. Это очень неплохо, это хороший результат. Напомню, что это всего 3 месяца. По окончанию акселератора ребята также продолжают развивать этот бизнес, строить его самостоятельно с поддержкой фонда и Microsoft, и, собственно, продолжают дальше рост. Это очень-очень хороший результат. Следующий проект — это проект Last Backend. Многим из вас он должен быть знаком. Это как раз проект про развертывание серверных мощностей в облаке. Он непосредственно создан для разработчиков и создан разработчиками. Это позволило проекту на старте получить достаточно много пользователей, которые входят в разные профессиональные комьюнити. Но дальше проект столкнулся с основной проблемой того, что за пределами этого комьюнити нужно выстраивать бизнес-процессы, нужно находить пользователей, нужно понимать, кому этот проект нужен и как его развивать. И здесь как раз очень хороший пример того, что технически сильная команда не всегда без сильного бизнес-партнера может выстроить успешный продукт. Сейчас ребята продаются в каком-то неимоверном количестве стран, там что-то порядка 60 или 70, с невероятным количеством пользователей. Все это произошло по результатам программы акселерации. Этот кейс еще удивителен тем, что помимо инвестиций от Free и поддержки от компании Microsoft, ребята получили инвестиции от своего бывшего работодателя, который в свое время, ну не знаю, там, видимо, не выстроил каким-то образом взаимоотношения, чтобы делать этот проект внутри компании. Это говорит о том, что у всех разработчиков, по большому счету, есть возможность перейти от хобби, да, от тех вещей, которые вы пишете для себя, для оптимизации своего труда, а эта история именно про оптимизацию трудозатрат разработчиков, перейти от этого, ну, не знаю, какого-то лайфхака, да, какого-то инструмента, который вы используете для себя, к хорошему, серьезному, масштабируемому бизнесу, который позволит вам там, уйти в собственный продукт, развивать его и сосредоточиться на его развитии. И последний пример — это ребята HelloHamsters и проект TeamK. Вот о нем вы не знаете точно никто, потому что его больше нет. И мы как раз про то, что программа акселерации —
там, 99% наших резидентов говорят о том, что она ускоряет. И, как вы понимаете, она ускоряет все, в том числе и негативный сценарий. Ребята-разработчики очень крутые, они работали в компаниях а-ля Electronic Arts, получали хорошие долларовые зарплаты, и все у них было здорово и замечательно. Но при этом они в фоне долго и безуспешно пилили продукт, как им казалось, клевый, интересный и невероятно нужный. Тим Кей — это командный менеджер паролей. Если каждый из нас задумается о том, нужно ли ему хранить пароли в команде, распределять доступ к ним, как хранить клиентские пароли, то вроде как звучит все разумно, это действительно нужно. Вот. В таком состоянии ребята были около полугода, и за программу акселерации за полтора месяца они убедились, что их продукт никто покупать не готов. На него просто нет спроса, на него нет рынка, и, собственно, они закрылись и сейчас развивают новые проекты, которые методология, с которой мы работаем, позволила им запустить за две недели. Это очень крутой результат. Мы недавно выступали на Рифе, выступал фаундер этого проекта и рассказывал, собственно, что основная история, да, вот переданный опыт от нас, от коллег, позволил ребятам теперь бежать сильно быстрее. Это хорошая экспертиза, которую получить самостоятельно практически невозможно. У меня есть слайд с вопросами, но я бы предложил их перенести на стенд Microsoft, он внизу. Я буду все два дня рассказывать вам с удовольствием на примере ваших проектов, как работает программа акселерации Free, что мы делаем вместе с Microsoft, как это полезно именно вам и с какой конструкцией, когда вы можете оказаться в акселераторе. На самом деле старт ближайшего акселератора совсем скоро. Мы принимаем заявки до 15 июня, и уже в сентябре вы с инвестициями и поддержкой компании Microsoft можете оказаться в нашем очном акселераторе в Москве. Все, кому это не безинтересно, могут перейти по волшебной ссылке edu.edf.ru/digital и посмотреть на свою идею, проект глазами инвестора. После того, как вы заполните заявку, мы вам перезвоним и расскажем, что мы о ней думаем, можем ли мы быть вам полезны, и что можно сделать уже сейчас, чтобы ваш бизнес получил развитие. Я благодарю вас всех за внимание. Желаю успехов и развития вашим проектам.